Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня 30 декабря, сегодня воскресенье. С наступающим вас Новым годом, с наступающим вас новогодним тиражом. Недаром англичане говорят, что самое интересное, самое красивое в игре, имею в виду футбол, это счет. Ну а если говорить о телевизионной игре «Лотерея русского», то самое красивое в ней – это призовой фонд, который сегодня, как мы и обещали, более 150 миллионов рублей! Не знаю, как там некоторые волновались о выборах. Придут, не придут голосовать. За нас наши зрители проголосовали 150%. Ну, как говорится, как встретишь Новый год, так и будешь жить в этом году. А встречаем мы его замечательно. Итак, здоровья, счастья, удачи вам в наступающем Новом году и в сегодняшнем 377-м тираже всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». С чем у нас ассоциируется Новый год? Ну, конечно же, с елкой, подарками и шампанским. Ну, елку, я надеюсь, вы уже увидели за моей спиной. Подарки у нас приготовлены, остается, конечно, шампанское. У нас в тиражной комиссии представители московского завода шампанских вин «Корнет», начальник цеха виноматериалов Лидия Кузнецова. Начальник цеха шампанизации Игорь Поляков. О, да здравствует шампанизация всей страны, Игорь. Замначальника отдела Наталья Щетинина. Наташа, я знаю, что в наступающем году мы будем иметь удовольствие поздравить ваш завод с 60-летием. Я думаю, вас поздравят все ваши коллеги, потому что практически все винодельческие заводы страны используют вашу технологию. Это верно? Это верно? Верно. Верно. Ну, если вы хотите, вы можете поздравить тех, кто в Новый год откроет бутылку шампанского завода «Корнет». Большое спасибо. Коллектив московского завода шампанских вин «Корнет», одного из старейших винодельческих предприятий России, от всей души поздравляет всех с наступающим новым 2002 годом. И мы хотим сегодня в этой студии подарить программе «Русское лото» наше прекрасное шампанское, с которым мы надеемся и эта программа, и все вы, сидящие здесь в студии, встретите Новый год. Здесь недаром написано «Надежда». Итак, с надеждой на успех многих миллионов наших игроков я прошу вас приступить к обязанностям членов тиражной комиссии. Проверьте наличие всех бочонков от первой и до 90-го. Переставьте. Не правда ли это напоминает, как это называется, дегустационный зал? Вот эти бочки, верно? Напоминает. Напоминает. Ну вот с этими мыслями вы продолжаете заниматься этой работой. А я передаю слово нашей компьютерной группе. И я думаю, что перед этим объявлением нашей компьютерной группы надо принимать не шампанское, а валидол. Потому что призовой фонд просто умопомрачительный. Говорит Татьяна Ионина. В 377-м тираже принимает участие 13 миллионов 365 тысяч 641 купленный вами билет. Общий призовой фонд игры составил 158 миллионов 166 тысяч 102 рубля. Все ли у нас в порядке? Все в порядке, хорошо. Я подставляю наш игровой мешок. И вы можете смело приступать. Вы заведуете шампанизацией. Шампанизируйте. Удачи всем, кто играет в нашем новогоднем 377-м тираже. Ну вот, все они ровно 90 у меня в мешке. Я их перемешаю и передам в ваши надежные руки.
потому что на некоторое время он останется на столе тиражной комиссии, потому что нам нужно приступить к розыгрышу автомобилей. Мы провожаем аплодисментами нашу тиражную комиссию. Автомобилей мы разыграем столько, сколько обещали. Более 150 автомобилей ВАЗ-21-9. Замечательные наши машины. Итак, вместе со мной автомобили разыгрывают ведущие Метео ТВ. Ковригина Елена, Полякова Ирина и Александр Беляев. Я вас прошу сюда. Здравствуйте. Ну, замечательно. Ох, какая компания. Здравствуйте, Александр. Я очень рад. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, так тогда. Вот прямо чувствуется. Погода улучшается внутри меня, просто я чувствую. Я прошу вас принять участие в розыгрыше автомобилей. А вот перед вами, я сам волнуюсь, я никогда столько машин не разыгрывал, понимаете, более 150. Я даже боюсь себе представить эту автомобильную пробку. Это больше, чем в Москве бывает. Итак, вот ровно 10 бочонков, от 0 и до 9. Я прошу сюда мешок. И сейчас мои ассистентки возьмут в руки билеты. Сейчас мы, если вы все проверили, все в порядке, мы открываем тогда задвижку. Отлично, вот они, все 10, они у меня в мешке. Дело в том, что, естественно, раз билетов у нас в продаже было почти 150 миллионов, то, естественно, номера билетов могут быть семизначные и восьмизначные. Это понимают все, даже школьники с незаконченным начальным образованием. Значит, для того, чтобы уравнять шансы всех, кто купил билеты, всех четырех видов наши билеты, они все имеют равные шансы, мы вытащим ровно 5 номеров с последнего. Остальные считайте, что в вашем билете уже сошлись. Итак, вот он, персональный семизначный номер вашего билета. Рядом с игровой сеткой. Итак, мы вытаскиваем последний номер, последнее число, будем так говорить, в номере вашего билета. Это 5. Номер 5. Естественно, я пятерку опускаю на место. Вы понимаете, почему? Потому что... Вы понимаете, почему? Ну, натюрлих. Натюрлих. Вообще приятно, очень приятно, что вы у нас сегодня. Прошу. Ах, вот так вы хотите. Ну что же. Один. Ира, тащи. Номер 8. Номер 8. Итак, второе число. Теперь, Александр Белев, вам, людям, которые привыкли работать над всей территорией Российской Федерации, сейчас за вами следит вся Россия. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Итак, остались всего два. Всего два числа. Прошу вас. Нет, одной. Вот это единственное, что я не могу вам разрешить. Номер 7. Номер 7. И осталось последнее. Вот сейчас очень многие, у которых совпало пока все, смотрят на вас с надеждой. Прямо хочется, глядя на вас, говорить и говорить о погоде. Потому что, а вы заметили, что мы, когда волнуемся, мы говорим всегда о погоде. Я самое главное. Я здоровье. Как здоровье? Когда хотим соврать, тоже говорим, да, о погоде, как говорят французы. Я абсолютно искренен. Вы не верите, я все сделаю хорошо. Итак, с надеждой на вас. И вновь 7. Номер 7. Итак, если в вашем билете все эти номера сошлись, то все остальные сошлись и подавно. Считайте, это могут быть любые номера. В семизначных это 2 числа и в восьмизначных 3. Все любые сошлись. Главное, чтобы сошлись эти 5. И именно в том порядке, в котором они и выстроились. Я прошу нашу компьютерную группу повторить и назвать номера билетов, которые выиграли наши автомобили. Более 150 автомобилей! Автомобили.
автомобили выиграли билеты, оканчивающиеся на следующие номера. 779-85. Всего разыграно 150 автомобилей. 150 автомобилей. Ну вот, спасибо вам большое. Я вручаю вам билеты. Кстати, можете проверить. А может, вы уже себе что-нибудь да и вытащили. Проверьте. Вот так. Вот так. И у вас на груди номера. Вы можете занять свои номера в студии. Прежде чем вы пойдете, я хочу услышать, как мы аплодируем нашим гостям. Ну что же, замечательно. Я прошу вас взглянуть на свои билеты. Если пока еще они не выиграли автомобиль, не расстраивайтесь. Впереди вас ждет много сюрпризов и огромный призовой фонд. Все четыре вида новогодних билетов претендуют в равной степени на все суммы призового фонда. Ну и, конечно же, умопомрачительная сумма джекпот. 20 500 000 рублей наш джекпот. Его можно выиграть прямо сегодня, если первые 15 номеров, которые появятся из мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета. Вы понимаете, это кажется иногда так сложно. А вот в прошлом тираже также неожиданно мы разыграли кубышку, в которой было более 2,5 миллионов рублей. А сегодня, благодаря огромному количеству проданных билетов, наша кубышка составляет... 4 миллиона 9 692 рубля. Более 4 миллионов рублей. В новогоднем тираже можно выиграть и кубышку, если после окончания игры все оставшиеся в мешке номера останутся в одной из карточек вашего билета. Я об этом еще напомню в самом конце нашей игры. Ну а начнем мы, как всегда, по порядку, с первого самого тура. Призовой фонд первого тура. 58 074 рубля. Ну, конечно, для того, чтобы начать игру, мне, конечно, необходим мешок, и я отправляюсь к столу тиражной комиссии. Я забираю у вас этот драгоценный мешок. Ну, и для того, чтобы играть в первом туре, мне нужен еще один наш гость, наш коллега, ведущий большой стирки Андрей Малахов. Здравствуйте, Андрюш, спасибо большое. Спасибо, что пришли. Итак, мы приступаем к розыгрышу призового фонда первого тура. Он тоже большой, вам к большим величинам не привыкать. Итак, мы начали. Номер 64. Номер 64. Прошу. Номер 42. Номер 42. Прошу. Номер 53. Номер 53. Продолжаем. Нет, нет. Номер 86. Номер 86. Итак. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 509 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Андрей, мы буквально на несколько секунд должны прерваться, потому что сейчас информационный выпуск, и мы должны информировать наших игроков и почитателей нашей игры о следующем. Во-первых, результаты наших тиражей и, конечно же, сегодняшнего праздничного новогоднего тиража печатаются в газетах «Московская правда», «Комсомольская правда» из первых рук. В замечательном еженедельнике «Сударушка», АИ в «Телеглас» и в газете «Вечерняя Москва». И, конечно же, в нашей региональной прессе. Если вам не хватило билетов на наш новогодний тираж, покупайте билеты на 379-й праздничный тираж, посвященный старому Новому году. Помимо огромного призового фонда, в нем будут разыграны более 6 автомобилей, более 10 снегоходов, а также поездку на родину Деда Мороза в Финляндию. А вообще, Дед Мороз ведь из Великого Устюга, да? Он уже приехал в Москве.
Ну, он, наверное, не знает о том, что его родина есть и в Финляндии, там, в Христиане. Рост нашего Деда Мороза 2 метра 3 сантиметра. Замечательно. Вот что значит вот Андрей Малых? Он знает все. Чем забита его голова? Он только не знает одного, какой номер он вытащит следующим. Прошу. Упс. Номер 65. Номер 65. Продолжаем игру? Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 15. Номер 15. Конечно, компьютеру сегодня сложно. Билетов продано много. Стоп игра! Стоп игра! В первом туре выиграла 15 билетов выигрыша по 3871 рублю. Мы поздравляем всех 15 обладателей 15 билетов. Вот хотите верить, хотите нет. Вот какие странные все-таки, они исповедимы пути Господни. Мы вытащили последний номер 15 и 15 билетов разделили между собой призовой фонд первого тура. Я вам вручаю билеты. Обязательно зачеркните те номера, которые вы вытащили. И вполне возможно, вы будете на шаг ближе к успеху. Итак, в нашей студии Андрей Малахов. Большая стирка. Ну вот, первый тур мы разыграли. И сейчас мы перейдем ко второму туру. Призовой фонд второго тура. 124 445 рублей. Мы начинаем игру во втором туре. Так, я с нетерпением жду здесь игрока под номером 15. Прошу вас сюда. Вы идете так осторожно. Да, прошу вас. Ведь интересно, 15 билетов, 15 номер. Хотите верьте, хотите нет. Итак, мы здесь начинаем игру во втором туре. По одному бочонку из мешка. И игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 73. Номер 73. Вот ваше место за столом, номер 73. Прошу. Конечно, конечно. Номер 67. Номер 67. За нашим игровым столом 4 места. Не забывайте, что мы одновременно, разыгрывая призовый фонд второго тура, участвуем в розыгрыше нашего суперприза «Джекпот». Сумасшедшей суммы 20 миллионов. Ой, да еще 500 тысяч рублей. Вот и ой. Прошу. Номер 29. Номер 29. И последний. Внимание. Внимание. После девятого хода 276 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. 276 счастливчиков с нетерпением ждут следующего номера, который вы вытащите. Игрок под этим номером займет ваше место за игровым столом. Номер 28. Сена Косим. Номер 28. А вам предстоит, прежде чем вернуться на место, после десятого хода претендует 72 билета. 72 билета. Я прошу моих ассистенток принести приз. Ну, вы понимаете, какой приз мы можем преподнести в новогоднем тираже. Мне нравится выражение вашего лица. Вот туда лучше, чтобы вас увидели. Вот вместе с Дед Морозом. Замечательно. Чудесно. Я вас от души поздравляю с наступающим Новым годом. Вы можете вернуться на свое место. Вы вместе с нами. Итак, призовой фонд второго тура мы уже объявили. Итак, будьте внимательны, мы продолжаем игру во втором туре. По одному бочонку из мешка. Прошу. Номер 58. Номер 58. Код ваш. Прошу. После 11-го хода 16 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Вас осталось всего 16, но сумма-то как велика. 20 миллионов 500 тысяч рублей. И следующий номер 18. Номер 18. После 12-го хода осталось 6 билетов. 6 билетов. Напряженная драматическая борьба за суперприз. Номер 75. Номер 75. После 13-го хода 2 билета претендуют на розыгрыш джекпота. Всего 2.
могут пополам разделить 20 миллионов 500 тысяч. Понимаете, поскольку это? Номер 46. Номер 46. Игра продолжается. Игра продолжается. Вперед и дальше. Номер 54. Номер 54. После 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот, можно поаплодировать. Конечно. Конечно, мы сочувствуем тем, кто надеялся, но не выиграл. Но мы аплодируем от радости, потому что в следующем тираже можно выиграть эту сумму. Тем более она увеличится, хотя она и сегодня выглядит просто удивительно. Номер 4. Номер 4. Компьютер считает, билетов много. Вперед. Номер 60, ровно. Номер 60. Прошу. Номер 38. Номер 38. Прошу. Номер 19. Номер 19. Давайте я перемешаю. Как вас зовут? Валентина. Где Новый год встречаете? Дома. Дома, замечательно. Семейный праздник номер 84. Номер 84. А мы любим семейные праздники. У нас семейная игра. Прошу. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Играем. Номер 35. Номер 35. Код ваш. Номер 76. Номер 76. Валентина. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Вперед и дальше. Номер 78. Номер 78. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, дорогие мои, появились билеты, в которых есть карточка, в которой 14 номеров из 15 зачеркнуты. Если вытаскивать счастливый номер, которым заканчивается игра, звучит команда «Стоп, игра», вы получаете приз, эту магнитолу. Остается сделать совсем немного. Ну, номер 51. Номер 51. Лидирует два билета. Два билета. Не отчаивайтесь, я иду по кругу. Как вас зовут? Мадина. Мадина, давай, Мадина. Номер 10. Номер 10. Лидируют два билета. Иду по кругу, Валентина. Номер 69. И туда, и сюда 69. Номер 69. По-прежнему лидируют два билета. Два билета. Эко оторвались как. Догнать и немедленно. Номер 77. Номер 77, игровая ситуация не изменилась. Не изменилась ситуация, изменилась ваша личная ситуация. Вы вытащили счастливый номер. У нас сегодня 377-й праздничный новогодний тираж. Тот, кто сегодня вытаскивает этот номер, получает от нас подарок. Это пылесос. А все-то радуются, кто? Это ваш пылесос. Пока вы привыкаете к тому, что у вас есть новый пылесос, мы продолжаем нашу игру, потому что борьба идет за 124 тысячи рублей, даже более. Номер 57. Номер 57. Лидирует три билета. Три билета. Мадина. Номер 83. Номер 83. Лидирует 10 билетов. 10 билетов. Валентина. Номер 3. Номер 3.
В группе лидеров 17 билетов. 17 билетов. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Ну, может быть, вы к своему пылесосу да нашему магнитолу? Номер 56. Номер 56. Лидирует 26 билетов. 26 билетов. Как вас зовут? Амина. Амина. Прошу вас. Номер 43. Сталинград. Номер 43. Стоп-игра! Стоп-игра! Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 124 445 рублей. Ну вот так, конечно, мы вот этими аплодисментами поздравили человека, который выиграл более 124 тысяч рублей на один свой билет. Вам, конечно же, вот этот приз. Вы ему принесли удачу. Всем игравшим за столом эти елки, призы от нашей передачи. И самое главное, вам аплодирует студия. А игра во втором туре завершилась номером 43, я сказал, Сталинград. Вот идет, девушка, идите сюда. Вот она, простая сталинградская девушка. Как вас зовут, дорогая? Татьяна. Танечка, вам предстоит вытащить из мешка 4 бочонка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Номер 90. Иди к нам, дедушка. Номер 90. Дедушка, действительно, дедушка, идите сюда. Разбудите дедушку. Вот он, хорошо. Он не поверил своему счастью. Номер 33. Номер 33. Номер 33. Кудри. Кудри. Слева кудри токаря, справа кузнеца. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. 50. Полста ровно. И последний игрок, который четвертый, займет ваше место. Таня, ваше место за столом. Номер 37. Номер 37. А вам, прежде чем вернуться на свое место, предстоит получить приз. Сейчас вы в предощущении. Ну, конечно же, перед Новым годом. Что можно получить? Вот он подкрадывается сюда. Я ошибся. Оказывается, вы не уйдете, вы уедете. Год лошади. Год лошади. Таня, ну оседлайте этого. Ну ладно, просто берите его в руки. Итак. Не смотрите, она смелая девушка. Я сказал, простая сталинградская девушка. Вот она с лошадкой ушла на место. Вы заняли это место, я вас от души поздравляю. Нам нужно узнать, каков призовой фонд третьего тура. 248 891 рубль. Больше и больше. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. По одному бочонку из мешка. Номер 47. Номер 47. Вперед и дальше. Вы у нас дедушка. Вы дедушка по-настоящему? Конечно, дедушка. Номер 82. Номер 82. 82, это бабушка надвое сказала. Прошу вас, как вас зовут? Олег. Олег. Номер 52. Номер 52. А вас как зовут? Денис. Очень приятно. Номер 20. Номер 20. Так. А вас как зовут? Сережа. Номер 31. Номер 31. Дедушка, как вас зовут? Владимир. Владимир. Дедушка Володя. Номер 8. Номер 8. Так. Шум. Номер 71. Номер 71. Денис. Номер 9, Айвазовский, 9-й вал. Номер 9. Так, Сережа. Номер 24. Номер 24. Дедушка Володя, сколько внуков? Внуков сколько, дедушка? Двое. Номер 21. Номер 21. Так, так, прошу. Номер 81. Бабка с клюшкой. Номер 81. Денис. Номер 27.
номер 27. Сережа! Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы с Сережей застыли вот в этой мизансцене. Почему? Потому что сначала мы должны были прослушать правила. Правила, по которым можно победить в третьем туре. И теперь вот так, по одному бочонку, теперь можно вытаскивать номер 25. Номер 25. Лидирует один билет. Очень важно, кто из вас, дедушка Володя? Ну, или сейчас, или я иду по кругу, можно еще раз. Номер 48. Номер 48. Лидирует один билет. Один билет. Ну, трудно было попасть. Ну-ка. Номер 32. Номер 32. Один всего билет. По-прежнему лидирует один билет. Один билет, но в нем зачеркнуто 29 номеров из 30. Представляете, что с человеком происходит? Номер 72. Номер 72. Лидирует три билета. Три билета. Сережа, есть предощущение удачи? Попробуем. Очень важно, кто из вас вытащит счастливый бочонок, которым закончится игра в третьем туре. Номер 7. Номер 7. Лидирует четыре билета. Четыре билета. Ну, дедушка Володь, как? А? Там бабушка, он за вас страдает. Конечно. Конечно. Номер 62. Номер 62. Лидирует 7 билетов. 7 билетов. Ну, Олег, давай. Номер 40 ровно. Номер 40. Лидирует 18 билетов. 18 билетов. Денис. Номер 30 ровно. Номер 30. В группе лидеров 35 билетов. 35 билетов. Сережа, вам все решать. Номер 70, юбилей. Номер 70. Стоп игра. Стоп игра. Вот победитель. В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 248 891 рубль. Давайте поздравим. Давайте поздравим одного человека. Вы ему принесли удачу. Всем игравшим за столом призы от нашей телевизионной игры «Лотерея русского», то вам особый приз. Дома распечатаете, поймете, что там. И, думаю, не пожалеете. Давайте проводим аплодисментами тех, кто играл с нами за столом в третьем туре. Благодарю вас. Благодарю вас. Мы продолжаем. Продолжаем наш тираж. Итак, дорогие мои. Буквально через несколько секунд мы продолжим нашу игру и разыграем большую часть нашего призового фонда, более 120 миллионов рублей. Буквально через минуту мы продолжаем наш розыгрыш. Thank you.
Итак, после этого экспрессивного танго мы продолжаем розыгрыш основной части нашего призового фонда. И поможет мне это сделать певица, которой я неоднократно признавался в любви. Это народная артистка Грузии, очаровательная Тамара Гверцетели. Тамара, спасибо тебе, что ты пришла. Итак, по одному бочонку из мешка сюда работать вместе с нами. Итак, будьте внимательны, мы продолжаем наш розыгрыш удивительного, огромного призового фонда новогоднего тиража. Номер один. Номер один. Выиграл 5 билетов по 132 742 рубля. Номер 17. Номер 17. Выиграла 7 билетов по 118 520 рублей. Вы вслушайтесь, какие суммы выигрывают жители Российской Федерации. Номер 85. Номер 85. Выиграла 15 билетов по 82 963 рубля. А всего-то надо было запастись билетом нашего новогоднего тиража номер 14. Номер 14. Выиграл 21 билет по 79 тысяч 13 рублей. Вперед и дальше. Номер 80, бабушка. Номер 80. Перемешаем. Выиграла 27 билетов по 92 тысячи 182 рубля. Прошу. Номер 44, стульчики. Номер 44. Выиграла 50 билетов по 49 тысяч 778 рублей. Номер 87. Номер 87. Выиграла 62 билета по 40 тысяч 144 рубля. Номер 34. Номер 34. Выиграла 133 билета по 18 713 рублей. Мне, конечно, очень интересно, как там дела у моих коллег, телеведущих. Номер 23. Номер 23. Выиграла 213 билетов по 13 243 рубля. Как там игровая погода складывается на Метео ТВ? Номер 89. Номер 89. Выиграла 286 билетов по 8122 рубля. Номер 36. Номер 36. Выиграла 510 билетов по 3253 рубля. Хотя в наших билетах номера не нужно стирать, а только зачеркивать. Я думаю, что у Андрея Малахова будет большая стирка. Номер 59. Как дела, Андрей? Номер 59. Так, так себе, понятно. Выиграла 823 билета по 2016 рублей. Количество выигравших множится. Номер 12. 12-я ночь. Номер 12. Выиграла 1527 билетов по 1086 рублей. Номер 49. Номер 49. Выиграла 2617 билетов по 634 рубля. Вперед и дальше, царица Тамара. Номер 66. Номер 66. Выиграла 5239 билетов по 317 рублей. Номер 22. Номер 22. Выиграла 7056 билетов по 235 рублей. Сколько же всего выиграет в новогоднем тираже жители Российской Федерации? Номер 68. Номер 68. Выиграла 13 063 билета по 127 рублей. Вперед и дальше. Номер 39. Номер 39. Перемешаю. Выиграла 16 748 билетов по 99 рублей. Хотя бочонков остается немного, но надежд огромное количество.
Итак, 79. Номер 79. Выиграла 29 205 билетов по 85 рублей. Итак, мы приближаемся к финалу. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Выиграл 40 801 билет по 101 рублю. Вперед. Еще есть. Еще есть надежда. Номер 2. Номер 2. Выиграла 77 390 билетов по 64 рубля. Итак, еще? Мы продолжаем игру? Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 11 барабанной палочки. Номер 11. Выиграла 115 556 билетов по 72 рубля. И еще выиграла Тамара Гверцители. Она вытащила счастливый номер. Номер 11. Вот вам приз, который вручается нашему игроку, который вытаскивает счастливый номер, номер 11, я его вам вручаю. Тамара, да, я поддержу это ассистентки, у вас сегодня еще много работы. А точно такой же видеоплеер, или это видеомагнитофон, мы отправляем нашему игроку, который успел нас поздравить с Новым годом. Один конверт из этого лотка, это поздравительные письма, которые пришли к нам. Тамара. Так, одним почитателем вашего таланта стало больше. Итак, Демина Анастасия, улица Вокзальная, город Новоалтайск, Алтайский край. Поздравляет, пусть Новый год со счастьем новым уверенно в лото войдет и вместе с запахом еловым призов побольше принесет. Браво, браво! Браво! Точно такой же видеомагнитофон поэту из Новоалтайска. И мы продолжаем нашу игру. Номер 88. Матрешки. Номер 88. Выиграл 147 531 билет по 84 рубля. Продолжаем игру? Внимание, разыгрывается последний тур. Последний ход. Вот я предчувствовал, что вот-вот должен уже подкрасть. А? А, ну я это от Тамары зависит. Давай, Тамарочка. Ну, попробуем. Номер 26. Номер 26. Итак. Итак. Выиграла 237 809 билетов по 73 рубля. Итак. Всего выиграла 696 711 билетов. Сколько? 696 711 билетов. Вы представляете, сколько жителей Российской Федерации выбор? Тамара, мы вас просим подготовиться к исполнению музыкального номера. На 83-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 7 бочонков. Мы высыпаем все, что у нас осталось здесь, в нашем мешке. Я называю номера, которые зачеркивать не надо. Проверьте, пуст ли наш игровой мешок. Отдайте его в тиражную комиссию. Итак, я называю номера, которые остались в мешке. Номер 5, номер 16, номер 41, номер 45, Ленинский проспект, дом 45, остался домом на Ленинском проспекте, номер 61, номер 63, номер 74. По этим номерам нужно проверить. Вдруг ваш билет выиграл кубышку. Кубышка разыграна. Разыграна! Вот и кубышка разыграна. Я сказал, что она может быть разыграна. Но призовой есть... фонд кубышки выиграли 22 билета. 22 билета поделили между собой нашу кубышку. Я поздравляю всех 22, всех 22, все 22, в общем, счастливчика. Они будут, естественно, счастливы и вознаграждены. А мы, дорогие мои, если мы еще не успели разыграть наши квартиры в Москве, мы разыгрываем квартиры в Москве вместе с тобой. Дорогой Степашка, Наталья Голубенцева, я правильно говорю, Голубенцева, разыгрывает вместе со Степашкой квартиры в Москве. Ну, конечно же, вот эти 10 бочонков, Степашка, вот сюда. Быстренько, дорогой Степашка, мы открываем эти номерочки. Еще вот один, надо подтолкнуть их, помогите. О, вот они здесь, в нашем мешке, я перемешиваю. Итак, вновь. Семизначные, восьмизначные номера нужно вытащить ровно... 6 бочонков. Ровно 6 бочонков, и мы разыграем 15 квартир в Москве. Итак, по одному бочонку из мешка.
Номер 7! Номер 7. Семерку на место. Давай, Степаша. 2. Номер 2. Номер 2. И двойку бросаю на место. И сюда. 5. Номер 5. Номер 5. И пятерку на место. Сколько нам еще осталось? Еще 3 бочонка. 3 бочонка. Номер 1. Номер 1. И единичку на место перемешиваю. Еще и еще. Номер 5, сказал Степашка. Номер 5, остался последний бочонок. И последний номер перемешаю. Кому достанутся 15 квартир в Москве? 0. Остальные числа в вашем билете сошлись. Назовите нам эти номера. Квартиры выиграли билеты, оканчивающиеся на номера 051-527. Всего разыграно 15 квартир. 15 квартир в Москве. Я поздравляю вас всех, дорогие мои, с новым наступающим годом, с новым счастьем, с новой радостью. В новом году «Русское лото» будет с вами. А нашу сегодняшнюю новогоднюю передачу завершает очаровательная Тамара Гверцители. Стоит за дверью, как в раннем детстве, я в чудо верю, и я гадаю, каким он будет, что принесет он год новый людям. Многое лето, многое лето, я вам желаю счастья и света. Хорошей песне и добрым словом хочу я встретить год этот новый. Многое лето, многое лето, я вам желаю счастья и света, счастья и света. Гадаю, каким он будет, что принесет он год новый людям.